Итак, всем привет. На счет 3 начинаю обложить. 1, 2, 3. В одном из комментариев под видео, где я под Сукурину лазил, женщина мне прислала вот назад, вроде как выехали на Сахалин. Так вот, она мне пишет, что очень благодарна, но хотелось бы ей, если меня не затруднит, пройтись там на еще одну улицу к какому-то дому, где там вроде как ее родственники живут, или там знакомые хорошие. Вот тоже так поснимать, сделать, можно сказать, такой не телемост, как это назвать, заочно. Но думаю, мне-то вроде бы и не затруднит. Но я думаю, что я буду за так делать, давайте такой интерактив сделаем. Я сейчас к вам обращаюсь, собственно, если она посмотрит это видео, думаю. Снимите, пожалуйста, для меня, для моего канала, видео с Сахалина. Я там не бывал и, скорее всего, уже никогда не буду. Вот. По улочкам пройдитесь, покажите что-нибудь, расскажите, не знаю, на камеру. Это сделать несложно. Я думаю, если вы в Ютубе находитесь, то там все понятно, как заливать видео. И я уже, как говорится, как будет свободное время, когда-нибудь пройдусь в Сукурино еще разок на этот адрес. Только у меня такой момент, думаю, я так человек рассчитываю, наверное, поснимать этих людей, которые там живут, но я не думаю, что кто-то захочет, чтобы их снимали и показывали, ну, на камеру, можно сказать, где-то в Ютубе, потому что это будет крутиться, неизвестно, кто посмотрит. Ну, в общем, редко люди хотят, чтобы их снимали. И по прошлому видео я тоже не особо все хотели сниматься. Видео супер, поэтому вот такая моя к вам обращение, то есть баш на баш, вы скидываете мне видео, а я, может быть, сделаю, ну не может быть, а я сделаю по мере свободного времени видео из Сукурина снова, потому что я в Сукурино не живу, я бы себе там жил, конечно, мне было не составляло проблем пробежаться, но так как это другой населенный пункт, туда еще надо добраться, пусть и недалеко. Но это сделать надо, убить на этот день. У меня сейчас в последнее время какое-то семейное обстоятельство. Нет у меня столько раз свободного времени. Сейчас я вот выбрался пару часиков буквально и назад.